Естественно, как правило, мы знаем из уроков жизни самые полезные уроки – это негативные уроки. Если мы перенесем это на поле спорта, в частности, пауэрлифтинга, то, естественно, те соревнования, те тренировки, на которых у тебя что-то не получилось. Всегда. То есть у меня нет такого, что я не тренируюсь, то есть не хожу в зал. Единственное, когда там в отпуск куда-то уезжал, там в горы. Motivate, spread it in your bed. Never stop, never quit, we are motivated.